Типа, Калагар, ну что это такое? Гля, ой, на какой кинжал прикольный. Ты где такой надыбал? Квест на Нараде, на арену. Не знаю, то он что-то... А, это не отображает у меня, да, наверное, что вот не летают эти две ленточки, которые на нож примотаны? Ну, ну есть в арене на Гранде, есть в этом в рейде классическом. Слушай, ну прикольный, кстати, кинжал, прям прикольный, прикольный. Так, господа, ну что, давайте готовиться убивать его. МС идеальный в здании. У меня сейчас прям зависло все вообще. Понял. Развернулись, пожалуйста, назад. Я вообще ни один каст еще не прогрузился. А че, сложный босс? А челики просто посмотрели на первый трай, блядь, и после ребута не заходят. Да, Корнес, согласен, босс действительно легкий. Че, идеально разлагал? Да не, вообще, вот, вообще не один кадр. Такой чайник наливает, такой кофе, не могу, типа, ребят, типа, ой, как... Он сейчас меняет цели, вон таргеты тыкает. Ну, цели тыкаю, ну, у меня все стоят на месте. А, это уже... А вот так как? Нормально уже? Все нормально? Все двигается? Нет, ну я стою, кастую вот, в воздух и все. У меня, ну, анимация каста и все зависло. А-а-а, ну у тебя типа отклик пошел, понятно. Сделай этот релок полный. Ну сейчас, не, я полный делал, сейчас я Alt F4 сделаю. Ну да, Alt F4. Тебя, походу, Корнес додосит и пытается зайти, чтобы за тебя еще поиграть. Наверное, вот это что-то похоже. Сейчас ты спать ляжешь, а он ночью твоим паладином будет аренить. Придешь, а у тебя 2400. Да-да. В соло просто, типа ты в 2 на 2, ну типа, но с тобой там чел, короче, в синенький там будет. Лучше бы вместо 1 на 1 поставили тройку. Согласен, абсолютно. Вот 1 на 1 это же бред. Тут же одни ДК в топе. Конечно. А например, как хилпалу играть 1 на 1? Ну, бред. Делать спек с протиком комбинированный. Да не. Я, понятное дело, что лучше нет. Лучше бы тройку. Угу. Тройка интересная штука. 5 на 5. Как вспомнить этот 5 на 5. 4 совы и лем. Неубиваемый сетов. Почему ДК в топе 1 на 1? Не, ну в прошлом сезоне, я помню, на 1 на 1 были ДК 5 мест занимали. Но сейчас кто тут? Ретрик? Ты же на Рамсе надел там второе место, по-моему, нет? Не помню. Ну да, тут за двумя персонажами одновременно играть не уследишь. Когда тебе надоест уже рофлить? Не знаю. Я жду пока... Подожди, это босс или Корнес говорил? Я просто жду, когда босс заговорит, чтобы сравнить. А ну-ка, босс, заговори. Не хочет, походу. Блин, никак. Нет настроения. В следующий раз. Ну все понятно. Ну слушайте, ну моя теория пока что подтверждается на полную. Как бы он там говорил, рофлить, не рофлить. Да, говорю, что ты говорил. Все, босс сейчас вас еще больше запутает. Хорош, хорош. Да. Слушай, у вас даже випка одинаковая, ну так как бы, ребят... Не, но у него четверка. А, ну да. Ну типа не смог еще надонатить, как бы на двух персонажах не успеваешь.
Лина голосовать, не знаю, как это правильно. А что там идеально? У меня все так же. У меня все неизвестно пишет и... Не, подожди, он прогружается всегда, каждый раз, ну, когда заходишь на сервер. У меня тоже чуть-чуть фризит, а потом типа нормально. Так не фризит даже, ну вообще просто все стоят на месте, всех... Ну ты 2 кило дал и побегал еще. Ты так отлагаешь, тебе что-то с интернетом просто. Угу. У меня так, когда интернет лагает, тоже, блин, минуты 2 мне стою. Кукую. Не знаю, там закрой какой-нибудь торрент с ютубом. Да какой торрент, у меня все закрыто, у меня аддоны... Я понимаю, ну... Ну, так Дискорд не лагает. Закрой, пойди этот, ну, соседи еще интернет, чтобы они не, ну, кто с твоим провайдером. Чтобы у тебя мощности было побольше. Да, интернет у меня отличный, ты че? Сирус говорит, что у тебя интернет хуёвый, понимаешь? Не, у меня компьютер херовый, интернет отличный, все, я разлагал. О, отлично. Кстати, у нас этот есть интересный хантер, Ozzy the Hun, который называется. Он магом на X3 прошмандой работал. Давайте чё? Это будет красивая победа. В смысле? Нужно пояснение после такого заявления. Блять, он каждый день, блять, менял хитки. Там шмотку полутал, ливнул, пошел в другую, там полутал, ливнул. Ну все нормально, он у нас не ходит, поэтому не лутает ничего. Уже. Все есть. Сейчас еще одна будет. Вот прям сейчас. Сказка до капли. Давай капельку. Уже сейчас будет. Вот прям сейчас. Уже сейчас. Да. А, уже было, да? Да, все хорошо. 48-47. Готовимся. Да сейчас тоже 20 тысяч надамажили? Неплохо. Даже 21. Все, Дон, забегай. Я на это рассчитываю. Ты расстояние плохо считаешь, уже чтобы тебя фронт на стену выкидывало. По плитке смотри, мерь по плитке. Сколько плитка сантиметров здесь? 40 кошка или полтинник, как думаешь? Не знаю. Устал ты новый. Уже, невер, блять, невер, уже. Сейчас еще одна будет. Скажите, когда масса круто вводить. Ой, хорош. Ой, забожу. Сейчас следующий умру, блядь. Да, сокру давай. Все хорошо. Секс получается, но... 46. Готовимся. Побежали, пацаны, за орду. Все, не подходим, стойте. Все отлетит, пошли. Стой. Вдоль стенки. Да не, он сейчас не кастанет уже. А ну нахер, вот типа в пизду, лучше не рисковать даже. В принципе, согласен. Ой, я метку даже не кинул, понятно. Боже. А, это как... Сейчас еще уже будет. Скажешь, ты куда там? Давай, капельку.
Сейчас его уже будет. Уже. Отлично. Шесть. Побежали. Давай, мастер. Ой, сокру. Отлично, и дай зубка. Чтобы меня не встал. Все, ребят, мы должны добить, у нас должно получиться. Добивайте. Давайте, лак. Не убиваем, ливаем, идем из покера. Или в легион. Блять, урод. Ой, я думал, это, слушай, я думал, так по этому, по эпичному перепрыгнул ее. А это просто Найна на молнии пришла. Да все, уже отдыхай, что ты там встал? Ждешь своего часа. Так. А это уже неплохо. Да и штаны, кстати, прикольные. Интересно, два соки точнее нет. Единственное, что оффхенд, наверное, не нужен никому. Хотя, слушай, а этому... А, тут дух у него есть, ладно. Кстати, штаны вот эти по сравнению с Т9, те же самые штаны, но намного лучше. Слушай, ну может быть, может быть. Шарпа, ты сразу? Не, давайте после Мокшизара, потому что мне там отбежать не будет. Все. О, мучения воргинов выпали. Полезно. Меня.
серьезно, ну, типа, я сейчас запомнил тебя. Бью твою цель. Ты стаунтил одного, начал его бить, потом свичнулся в другого. Ну, типа, я только типа по игру выигрывался на одном, ты свичнулся в другого. Ну, просто Корнес не может за двумя сразу следить, забей. Ну, босс это просто варлэш игра, ой, как... Варлок, шаман. Еще и прохиливать. Слушай, ты немного ли человека хочешь? Не приставай. Нет, ты видишь, какой дон душный прям заморочился, взял. Этот... Конечно. Ну, человек потеет. Ага, такой. Дед, я бы спасибо сказал. Причем успевает хоты мои дисплеи, там еще что-то. Вот, кстати, а вот он в натуре душнило, он типа, бух меня не хиль, здесь этот, здесь и все, вечно всем недоволен. Ужас. Нормально. Он, ты знаешь, как он орал? Ты тебя не было, он просто орал на идеального, что он его хилит. Но это уже перебор, по-моему. Я бы на Алголона сходил за тринкой на хпала. А я бы на ретрика. Много кто хочет сходить. А, хотя у меня и так нормально уже. Ну, если хпала... вот этим рейдом, типа. Поставьте, что у тебя вторая тринка? У меня? Угу. ПВПшная. Хотя, может, вот место ПВП, да, как раз с Алголона можно было поменять. Было бы вообще четко. Так, сейчас меню. Я бы на Левиафана сходил и на этого. И на кошатницу. В 25-ке, блядь, сходил бы лучше. На кошатницу с ошибкой и пожег бы этим. Мне нужна десятка, либо Левиафан, десятка ХМ, либо кошатница. Одно из двух. Подождите секунду. Съесть! Сука. Чё ждать-то? У нас ещё опера и погибель, а потом ик. У меня что-то с этими... Сейчас. О, всё нормально. У него с варом что-то случилось, наверное. Да, именно с варом. Да из-за этих ребутов этот шмот багается, когда меняешь. А он постоянно все это пирог. Они только недавно ее починили, уже снова. Меня затрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Зорка, ты не близко стоишь? Нормально. Понял, он принял, так и запишем. Наверх смотри, я озвучивай. Блять. И мне здесь дальности нету. Да, здесь в рейде персонаж с ником Зоши. По-моему, он должен смотреть. Логично. Понимаешь, я не могу смотреть. Потому что лицом покрываю. У него там 1-2 нужно крутиться на голове. Блин, я думал, короче, что Frost маг, типа мега скучный в ПВЕ. А еще скучнее оказался Аркан. Не, Frost самый веселый. Файр скучный. Аркан посильнее Файра. В натуре? Да. У Файра даже прожимок нет. Ну что там, Файр тебя критануло, кинул бомбу. Да, в принципе, все. Обновил бомбу. И все, и прозвучишь бомба у глыба, все, да. Без этого было не на шаров, да? Не, ну ФФБ обновляешь бомбу, смотришь, чтоб там крит от ожога был.
А тебе не смущает, что это уже много спло? Это не надо, там по кнопку раз в 30 секунд нажать. А, да, вспышка, вспышка, два вспышка. Два спла и прок. Да, вспышка, 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 а потом это дал, все, стрел, и нормально, и пошел дальше. Так, видишь, фарите мапу контролить не надо, блин, бурсты жать не надо. Ну, я уже слышал несколько спылов. Два, блядь. И три типа проб. Стоим здесь, стоим, стоим здесь, нормально. Не затянется. А что это заниматься такая идет? Да, это так. Теплые лучи АОЕ. Нежно сносит тебе по 7 косарей в секунду. А, милики, осторожно. Прям, по-моему, в вас залетает. Правее передвигайтесь и будете бегать к нам. О, понял. Босса бэрните? Кого бэрните? Поскольку босс умер. А. Изука первый. А, Изука, да, поверь, наверное. Я его не могу здесь бить. Блять, короче. Там нормально, стойте. О, ближе, 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 подойдите. Вот сюда. Угу. Нормально летит. Давайте, Геру, может, нет? Нет, еще. Да-да. А, не-не-не, на 25 давайте. Так, слушай, ну сколько длится будет? Ну вот как раз мы успеем. Она фу подлится. Так, я кого-то БР, но кто-то не устает. Ну пиздец. Вот теперь можно БР пару вылить. Давайте. Пробафайте, дайте ему отбав. Аж куда, если что, уходить? Я смотрю тут, блядь, пойми. Ну, назад еще пойдем, посмотрим. Че, когда Гера? Давайте. Дали. Бля, кто... Не, нормально, блядь, вообще охуенно. РДД ближе к мили, сейчас подвинемся походу. А нет, влево перебежим, влево, 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 вот сюда. Хорошо стоим, бля, хуёво стоим, пиздец. А, добивайте. Мастер аур на файр дайте. Я его прохил. Стойте. Я мимо прошел, извиняюсь. Летит прям, по-моему, в Зоркова летит. Пробегайте вперед, милизону, милизону. Лангрис, штучку прожми. Прокильте Лангриса. Добивайте босса. Блять, ёбнуто летит. Отбегайте. Да добьем. Ближе, ближе в крест забегайте, ближе к дереву снитесь. Там есть место встать вам. Все, нормально, добьете. Донт 1x1, убиваю его. Ой, блядь. Цекало. Блин, ну, не знаю, отдавать, не отдавать, отдавать, не отдавать. Все, ладно, конечно, нам нужно. Да нам нужен танк, нам нужно быстрее. Блядь! Танк! Неужели этот день свершился? Вы меня ресните. Бля, слушай, а Лабриса, она не уникальная получается? Реально, один и тот же лут падает. Шапки хоть начали падать на нас. Корни уникальный, слушай, он жесткий получается.
Как кто уже брал голову? Я забрал. Да, это ж одноручки жесткие. Ну, а тебе зачем они? ПВЕ. Если два таких взять, он ёбнутый получается по аспекту. Не, ты чё? Посмотри, ты проигрываешь. Не проигрываешь, если два таких берешь, смотри, вот сравни. Да. Вот он. Господи. Латерфен, вот он. И топор. Смотри, у тебя ты теряешь здесь ловкости, откровенно видно. Но за счет сокета ты там, ну, чуть-чуть не догоняешь. Но у тебя еще идет плюс от топора в ловкости. Ты теряешь. Нет, нет, смотри. Ты теряешь арк, ты теряешь крит. Где телепорт? Ну, пошли на погибель сначала. Подожди, ну ты получаешь от этого сколько? У тебя 46 плюс 28. 46 плюс 28, это сколько получается? 76 у тебя крита и арпа с него. У тебя 164 АП. А чё за хуйня? Чё этот пидор за меня побежал? Это я его случайно загрел. А 46 и 46, это чё там у тебя? Это 92. 92 плюс 2. 92 плюс 8, это плюс 16. Это 108. Угу. И плюс 40. Плюс 60. Ну, пока что считаю плюс 40. Слушай, они действительно лучше. Охренеть. Да, так что давай. Две одноручки лучше, чем одноручка. 6. Да, конечно, там. Одно, это где? Я только сейчас это понял. Типа, вот я посмотрел, мне кажется, жесткий какой-то. Крутые две одноручки. И типа они для. Ну, блин, для сурва, если бы не РПБ, они вообще были бы сочные, да. Типа за счет того, что ты еще в миле можешь кастить эту херню. А какой у них это? Это пофигу. Че, куда идем? На погибель, да. Я на оперу, на погибель сейчас. Думаю, в конце нажму парашют, а он не нажался, понимаю. Так, а где мой чипс? У кого войске есть чипс? У меня есть, Павлю. У тебя есть, хорошо. Блять, ну погибель бить там пиздец. Крит хаст сиськи падают, да, типа на фанта. Ну, можно, кстати, забрать вместо своих. Давай. Я здесь. Чипс. А, джип? На. У меня там просто на голову все лежит уже. Подготовлено. Я как будто воду глядел. Ебанешься, слышишь, какой нагрудник падает? Я тебе говорю. Вот здесь, да, ты про них? Да, естественно, здесь очень много статов. Лучше мод как с погибели. А слушайте, а все? Или только один должен призвать? Один. Погибель. Один? Не, один достаточно, да. Окей. А тактика на него есть? Ну, короче, бьёшь, в лужах не стоишь, потом сбегаемся все в кучу, там убегают мобы, их ауешим и прохиливаются. И так 17 раз. Сколько? 17. Пока хп просто не закончится. Ну там хп ёбнешься у него, бля, сейчас будет. Да, наверное, 1030 сколько? Колесо Молчезара сколько? 11 было? У неё больше, чем у него. А, у Молчезара 20 было, у него в 4 раза больше, чем у Молчезара. 6 миллионов. Не, у него где-то 30 лямов сейчас будет, да. Нихуя там грудок какой охуеет. Чё ты там жрёшь? Тапки хочу.
Кстати, она не обязательно экшатка, ну ладно. А, слушай, ну она вообще ватная, нормально. Сейчас она будет... По-моему, у него так же ХП, как и Молчазара. Бежали в левую сторону. В луже не стойте. И тут что-то диспелить, по-моему, надо, если не ошибаюсь. А, тут сам Тримор. Нужен, да. Слушай, да и лужа не бьет. Похиливать прям. А мы, надеюсь, не в одного хила идем? Нам не частицы есть. Ну, короче, каждые 25% она взлетает. А, Лазарь, то еще диспелить нужно будет на взлетной фазе. Блять, собака меня заебала. Что за говно? Да чем тут не работает, да? От фера. Это фер был? Да, 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 с меня сниму. А ты в другой пати. Да тут лужи ничего не бьет. Как бы. Нету, дальше тут мод бьет. А, дальше тут будет. Да, тут на второе на это, на 75, 50 и 25% взлетная фаза. Она взлетает и будет разбрасывать херню, которую нужно будет диспелить и захиливать жестко достаточно. Ну, по крайней мере, так было на X1. Тут не знаю. Ну, опять же, мы в Овергире. Здесь 30. Ну, для этого, ну, типа, заходили в ИК, ой, точнее, в ИК в Каражан, заходили на X1 в 213-м шмоте. Там, а здесь мы уже заходим в 230-м, на секундочку. Ну, слушай, и я из ДКшки вообще каждый последний стат выжимаю. И из ханта то же самое. Ну, я никогда в своей жизни так типа персонажей не собирал, как здесь. Я точно так же, да. Типа прям каждый кусочек, типа там перекап меткости на просто два, это слишком много. Надо будет бежать туда вперед. Пробегайте, пробегайте. Да вперед пробегайте, вперед пробегайте, а тут танк остается. Луж разливает, ты здесь. Диспельте и захиливай. Да. Все, поставил и можем вливаться. И сливаем трэш, играем по боссу. Вот вся тактика. Нет, нормально так, что-то нормально так бьет. Очень приятно. Че вы говорите? Слушал. Я говорю, что очень приятно. Типа уже кинул, дотки кинул, все, трэш на тебе. Спокнул, ты 4, да? Бывался, да, я это, да, я конечно, я взял уже, зачарил, соки поставил. Сейчас еще до ука дойду, там поставлю новые сокеты. А мне теперь интересно, что столько ДПС на трэше дам. Он на первом этаже. Ну крутой, крутой. Это же вообще счастье. Надо кашу. Только мне тут даже 4-4 не настолько интересно. А, смотрите, сейчас, когда будет взлетная фаза, мы подбегаем под босса туда, на ту сторону, встанем, стакнемся там, миликом. А, и побежим дальше, вот в ту сторону, куда и бежали. Бля, хуёво. Заебала собака умирает, что за хуйня здесь происходит? Она, наверное, перед лицом стоит, конечно, она вот в моем фрейме. А ее думит. Ой, вот эта штука забывает, там дотка на ней висит. Да я уберу сейчас на пассив его, но не знаю, что с ним происходит, почему он бежит под морду. Пассив поставил. Бля, что он стоит? Я не понимаю. Придурочность. Я просто, блядь, ДПС все потерял, блядь, два раза резал собаку, блядь. Чтоб без нее играл.
все скоро взлетать будет. Почему они не сделали никаких раньше потомцев? Подбегайте вот сюда, с этой стороны подбегайте, все становитесь идеально. И будем сейчас бежать вперед. Побежали вперед. Дом сюда, разливай лужу вот сюда. Все, свичитесь по этому, по трэшу. Не напомню тебя. Сейчас просто в обратную сторону туда подбежим к входу. И все, это последняя взлетная будет фаза. Блять, не, ну так, конечно, нам совсем АФКшная. Просто ее душить этим. Неприятно. А что с ней происходит? Что она так бешено бегает? Конечно, не бегает, она как больная вообще. Ну это неправильно, она не должна бегать. Она видишь, она как будто типа она прыгает от стенки к стенке, от края к краю. Ну она так не должна делать. Я знаю. Понимаю, силы, блядь. Блин, заебал, до сих пор, блин, бегать за своим хвостом. Ну, сука, на полтора часа уже. Хотя нет, делаем то же самое. Сейчас сюда же в ТТМ забежим, когда будем перебегать. Либо ближе к мелизоне. Право перебежали. Я уже взлетать должна. А все молчат или что? Да. Пьем просто. А чё она не взлетает, не понимаю. 27 еще. А, 25 должно успеть. Да. В ловушечку кинул, туда в нее сейчас стакнемся все. Стакайтесь в ловушку сюда. Зука, рано уходишь. Бежали, кто быстрее. Побежали. Все, Дон наливает лужу. На пол сдаем и играем по трэш. Чем на полу теперь? Ну, да. Слушай, пол. Слушай. Ну такого. Все. Блин, как он меня бесит, что он так быстро бегает? Как будто Корнес чарж. Слушай, она просто не дает ему это. А мы что, без Гера били? Да. Мне еще его уже положили. Хорошо, что она не бьет. Да, у нас нет. Гера на КД, походу, было. Молчазора. Все возможно, да. Глядя, дядя Игорь Зорки, что делает, вообще ужас. Сбил себе эфир этим. Не достану. Фер. Сейчас еще хилом до тебя достать мог, не достанет. Неприятно будет за что. Эй, поэтому достал. Нужно, короче, на максимже стоять и достать фер. Это прикол.
Здесь впервые такого не вижу. Я тоже. Ну да, кстати, не кидает фир, прикольно. А что-то прям совсем легенькое. Я ключ. Вот это ж. Он нужен? Кости там все берем. А нагрудник нужен кому-нибудь? Я... Да. А вы там из чего это? А пойдем сейчас давайте на оперу, потом на шахматы и это. И это время уже, конечно, много. Я тогда пока сейчас отойду быстренько укол сделаю, минут через 10. Ну, соседи, давай, там, короче, давай. А у меня там ботиночки. Нахер они тебе там? Писовые ботиночки. А тебе там ничего не надо, что ли? Так, ладно, Нейверу там ботинки нужны, кольчужные, с арбом. Где, напомню, я сейчас скажу, а они не с трэша разве падают? Щит, я не знаю, нужен или нет. Да, не, без хосты, это фигня. Ступни тоже. А из лука все получается? Да не вы пальцем раз. А что из лука ушел? Я не знаю. Спайк хочет. Делался 4 еще. Ну я не знаю, из лука что-то, блин, прям накаляет, если у меня отсутствует дисси, блять, заходами на последних боссов. Такое прям. Не знаю, зачем тебе накаляет, то что человеку больше ничего не надо с твоим ста. Ну, а ничего. Замены очень много. Не, есть кое, ну, предложение Ик и Ионию закрыть в воскресенье, так как мы не идем в 25-ку, но как хотите. Давайте, наверное, так и сделаем. Там да, потратим да. Где-то часик или сколько. Да, 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 час отстелим, соберемся. Мы же 25, да, мы же 25-ку убили, чтобы не досиживаться так до. До 12. Че, сегодня не пойдем, что ли? Не, давайте там, да, я согласен. Ну, Найн, тем более согласен. У него вообще 5 утра, ну, 3 сейчас. Хотя бы Ик, может. Да, Ик и Оню сразу закроем в воскресенье. Ну, я в воскресенье на сутку, а потом вот. А, все не смогут. А это после победы? Это босс был, да. Ну-ка, босс, поговори, я сейчас слежу за тобой на этом. Да, ну, если ты уже устал, ты не говорил ничего. Хотя нет, конечно, ты говорил что-то. Я смотрю на тебя, ты глядишь на меня, искра буря безумия. Да я говорю, это Корнес, это по-любому босс. Типа, ну, нет других оправданий. Я сейчас смотрю на него, и он не хочет даже говорить. Ну да, 2-3 это серьезно, прям, согласен. Сейчас у босса, как обычно, как он там говорил, и нет, зависнет и выйдет. Так нет, это как, стоп... как он любит говорить. Когда ему не хочется играть. Ой, у меня интернет завис. Ты или... А, вот свет выключили точно. У меня обычно гроза начинается. Знаешь, что самое смешное? То, что ты сейчас сказал. Ну? Ты в натуре не ушел. Ты же сам как ганкнул босс. Теперь понимаешь, как ему сводится? Так. То ты-то и есть на убос. Получается. Решали, да. Все. Теперь я и карниз, и босс.
Кто вообще сказал карниз? С кого это пошло? Карниз. С него. Карниз. Ну, чего так читается просто? Карниз. Карнез. Так звучит. Карнез. Как карнез? Это мод? Другая фигня. Она пишется по-другому. Из буквы И. А ты можешь сделать ник себе Барнес? Могу, но не хочу. Нормально, но это типа Боснес. Боснес. Или Анкарнес, типа. Или Анкарнис, типа, как удобно. Дон, да расскажи механику. Что боссу надо? 24. А ты кидаешь лужу, если на цели висит две болезни, она издает волну АОЕ урона. За каждую болезнь? Ну, типа вот если на нем есть типа озноб и чума, он там, ну, всем вокруг нанесет там, грубо говоря, 500 урона. И каждый из них нанесет всем вокруг 500 урона. То есть если там типа 5 мобов, ну понимаешь, какой ДПС, а если 500 мобов, такой, ну, совсем другой ДПС становится. А, и кстати, если будете собирать там ульду на Алгалона, то если нужно будет хилпал, напишешь, напишешь. Да? А то Рос не хотел, чтобы я шел тот раз, потому что ему тринька нужна. Вот Дон-то дал тут рынку с Алгалоном, какие там, с Бобаум, да и все, теперь вообще его нету. Так тринки падают очень редко. А спел на этом, но он на замене сидит, он мне каждый РТ пишет. И, типа, зачем нам второй хапал? Ну, у нас как бы есть хило сейчас. У нас два друида еще появилось. Два хапала тоже можно брать. Два хапала можно брать, да, но у нас сколько друид есть, который, ну, есть. Спел это тот, кто гладиатор, да? Арены? Да. Ну, говорят, что он, типа, в ПВЕшке как-то не очень хилит. Да не, вроде, мы же его брали пару КД назад, да, вроде нормально хилил. Ага, мы с ним в десятки походили уже. Да. И что, он не очень? А мне неутомимая говорил, что с ним приятно, ну, с ним приятно хилить рейд. Не знаю. Я не знаю. Смотрите. Надо ты его это. А? Что? Ну я не знаю, мне кто-то сказал, что он хилит не очень. Кто? Ну ок. Типа я не видел. Да я помню, но типа десятка, это типа десятка, там же, ну, не так сложно. У того, блин, Везакса лоу хп, блин, я по мане сел бы, добил бы в соло его, если бы отпадло, кинул бы печать. А, ну ты про ту за десятку, да. Ну да, блядь, накинь ты печать, блядь, вообще это ебану, может не сложно нахер, если ману трение, добью его, нет, блядь, стоит нахуй. Она надо, типа, падать меньше, надо, говорит мне. Короче, я затригерился, как обычно. Ну, кстати, да, тогда я это помню, да, не очень. Мув был. Ой, подожди, Невер, а я ж тебе что-то не отдал эту штуку. Мне почему-то просто. Я что-то этот, прям уже хотел тебе сказать, жду, когда твоя совесть проснется. А не, я что-то сумку открыл, смотрю, она там лежит. Такой, а что это такое? А что это такое? Да мне на самом деле, я типа, ну, за ФДК вообще в жизни не играл. За ДПС. А, подожди, у нас ни Зоркова, ни этого. А где Зорки? Ни Изука нету. Ну, блин, это так понятно. И... Да, конечно. По-моему, тут же... Тут... А, не, ну, Зоркова мы стоим, это... Он же отошел. Не хотят а, боссу... у нас вышел. Не хотят боссу помогать топорик выбить. Стрелка, да. Думаю, а не плох ли все-таки этот... как его называют? Флакон. Или все. Слушайте, если ведьма не выпадет, то можно сразу ливнуть. А мы без шахматов? Давайте или... шахматами, раз мы сегодня эру делаем.
Ну, мне надо штыпать. В принципе, мне ничего там не надо. Я не понимаю, хорошие или неплохие ботинки, меткость, РПБ? Да-да, ведьма из страны ОС. Ну, так как вас тут показывает. Давайте не обосрёмся, пацаны. Шапочка. Это будет красивая победа. Нет, это не красная шапочка, это Ромео жилет. О, это отлично, здесь может быть даже вепон не выпадет. С меткой сыпочкой системы. Ну, блин, начал с гадюки бить. Нормальная ротация, прямая. Чё там, блядь? 4 кдпс, а как вам? О, зашкаливай. М? Потише. Не разгоняйся. Блин, я не знаю, постараюсь. А что у нас с воином? Где? Чё это за 9000? Какие 9000? Ну, вот. Мне кажется, что у меня с варком по ваши 9000. Не, 8,5 почти. Ну да, 8800. А все остальные там 6. 6000, да, вот вопрос. Ну да, это потому что, типа, я вот криво совсем прям начал дамажить. Я сейчас, типа, буду догонять, но а, типа, ну хотя и зука нету. 13% спал, дамаг потеряли. АДК. Не, у меня нет таланта. А, понял. Он полу бесполезен. Я только себе болезнь прокачал, все. И мне. У тебя есть болезнь? Да, чума, это же болезнь. Ну, кстати, да. Don't run, dude. В РБКшку кто-нибудь хочет потом пойти? Фул закрыт. Нет. Это Карнес увидел, как Карнес, вы завтра идете? Да, идем. Где-то хорошо. Ближе к обеду. Не, раньше, ну, немного. Типа около 12 примерно, так? Да, 11-12, так. Хорошо, ну просто это в Discord напишите. Я тогда напишу. Я как раз за ДКшечку тогда пойду. Идеально, зачем ты вперед-назад бегаешь? Это какая-то тактика? А он будто контуженный какой-то. Ну, чтобы не уснуть. То вперед, то назад, тут далеко, так это. Еще немножко подлагивает. Я поистине вообще дирался, чё-то. Не забываем, что мобов нужно будет убить одновременно. Don't cry today. Я еще просто пушек кинул, что ли. Там говорят, может, Геро? Так, кстати, да, давай, конечно. Лежи мои ноги, сука. Как задрал, блядь, ноги вытянуть не могу. В позе лотоса сидеть весь вечер.
Ну, блядь, тапок нашел. Ну правильно, конечно, блядь. Ой, хуй, стоп, блядь. А есть сайлоповар? Есть на пол. Слышь, ты же сказал, агро будешь держать, как бешеный. Кстати, ну, по одному таргету, да, по второму нет. Ну, а, в принципе, нормально, я как бы держал, просто вот это по второго свечишься, и тут первый проседает. Ну, понятно, кардес переключается постоянно между таргетами, и все, и борода. А как вы вот друг друга нашли, типа, если у вас одинаковые голоса, а как вы делаете там? Типа, еще чекать под голосом на арену? Давайте по черепку побольше. Да, мы уже давно играем вместе арену. Очень давно. Я даже не могу вспомнить, когда мы уже... Так сказать... Кому написал... Кто первый кому написал по поводу арены. Понятно, да. А вы этот, вы каким? Опа, и нема топора. Какая же... Это точно не было, тут даже меча нету. Меч от босса. Пойдемте сюда. Здесь же быстрее схема. Топоры вообще падают? Понятно. Вот у других... У других вообще падает топор на КД? Потому что у нас ни разу еще не упал. Нет, по-моему, нет. А я тоже еще не видел. Ну, мы умираем тут. Да. Не будем бить, умираем? Да нет, давайте умрем. Это будет быстрее, чем 4 мобов сейчас убить с этими сферзами. Не, боссу нормально этот топор был бы. Там как раз и статы хорошие. Соста лучше, конечно. А, в смысле соста лучше, разве они не одинаковые? А, там сокет желтый, а тут этот синий. Последний. А хотя в любом случае он красный поставит. Да там красный, да, поставит с Юлы, в принципе. Разницы особо нету. Ракухи. Don't cry, dude. И мы коси. Пробежали мы. Давай я также в короля. Пешечку выведу и в короля. Бля, не, ну посох прям топово смотрится. Ну бля, его все испортит, я знаю что. Чарка на 110 АП. Да, запускаем. Кто-нибудь вот эту пешечку увидите? Это хорошие ноги, начал пола выпали. Прошлое КД. Который критхаст? Да. Да, конечно. Вот эти очень хорошие. Хаст 80. Геру, не забывай такое давать сейчас уже прям. Вообще два сокета. Да, еще два сокета. Почему у меня поворачивает солнце? Вообще, рандомно. Все, и тут череп проводите еще вперед и пересаживайте священников. Приветствую. За альянс. Кстати, черепочек еще можно провести, там кто есть свободен. Не, черепочку уже наставили. Ну уже все, да. Теперь двух священников в линию поставить. Ну, кто в священниках? Да все, хватит пешки, кто там? Айнон, бери в священника, сажайся. Священник по диагонали ходит. Вы должны встать на место короля, а король должен куда-нибудь. Ну я... Не зря я отодвинулся, но ничего. Ой, хорошо. Сейчас шаг вперед сделаем.
Смотри, ты должен передвинуться на правую. Вот видишь, где этот идет Айнана, прислужника, кто там, босс. Вот в этой линии ты должен стоять и там единичку кастить. Вот где сейчас я все прошел. Ибо, что тут три клетки пробежал, не понял. Как сейчас так было? Все, Айнан, ты становишься вот туда, вот в ромбик. Блять. Айнан, давай становись в ромбик, я назад уйду. Я перейду сейчас обратно. Нормально упало. Поворачивайся в сторону короля и просто нос помните. А он с любой стороны касит, без разницы. Только ты не забывай, а он разве не просто вперед? Не-не-не, он же поэтому в таргет поворачивается и стреляет. Не, король туда-сюда вращается сам по себе. Непонятно. Да отвали, сука, дай мне ноги вытянуть, ты тварь! Ебани вас, ты так помогает. Да заебал, он подходит и просто, бля, облизывает. Иди, иди почухай, иди почухай. Все, ты доволен? Бля, конечно, еще, бля, пальцы подлизать, ну конечно. Мышь. Нихуя, у нас Элим сгорел прям в углу, блядь, пиздец. Серьезно? Mm-hmm. Подстава. Очевидный ход. О, блядь, чепуха, сука. Вниз, вниз, сел. Сколько заебал. Ой, что у нас священник, кстати, танкует? Ну, ладно, похуй. А что, ну где у нас вообще все эти, где фигуры все? Сдохли, блядь. Как это, блядь? Интересно. Коня, коня поверни. На черную руку. Да, блядь, отвали от меня, тварь. Так, нахуй, блядь, что-то еще раз кто-то такое делал. Ну слушай, хотя мы коня прям плотно бьем со всех сторон, поэтому неплохо. Короля. Свали! Сука, я за тебя же завтра, блядь, хот-дог сделаю, блядь. Не, ребят, собаки это, конечно, совсем не то. Вот кошки и котики просто пожрал, посрал и все. И ты типа хочешь, можешь погладить. Мне если не понравится, тебя цапну. Все. А этот, блядь, ужас, блядь. Это какие? А, да, кстати, кто там у нас? Айн, передвинься в ту сторону. К черно. Этот, в ромбик. А, передвинули. Ой, нужно, наверное, короля было прикрыть по-хорошему. Хотя... Чё это свой? Лангрис, смещайся к нам. Да, нормально, нормально.
А Корнес тут? Угу. Он должен быть в треугольнике. Уже тут. А. Уже все, наверное. А, Корнес, так, идеальный. Идеальному боб дай. И, ну и прохиливать этот меткий зеленый ромбик. А ты в бабле прохиливай. Ну, там больше треугольничек нужно будет прохилить. Ты давай и идеальному, водичку. А я на Корнеса боб тогда. Корнес, так, можешь бабу нажать. Да, он бабу может нажать. Вообще добьем, но на всякий случай лучше уже, знаешь, береженого бога бережет. Так что, дайте хоть кто-нибудь бог. Там 60 тысяч осталось, наверное. Ну все. И это я просто, знаешь, очко жмыгается и все такое, поэтому перестраховаться, как говорится. Знаешь, почему не летит? Нет, летит, по идее, должна лететь. Все, у тебя летит, все хорошо. Что ты гонишь? Она у тебя не летит, когда этот на пути стоит. Ой, это желтый. Такие же штаны. Так. Кстати, вот это второму паладину штаны, а мне меч. Наконец-то второй. Что, сейчас выкидем? Не-не-не-не, сейчас мы спать идем. К черту это ты. В 12 часов, да. Давайте. Всем спасибо, спасибо, да, Рай, воскресенье. Давайте. Да, давайте. Воскресенье 8 часов. Mm-hmm. Так что. А че в 25-ку не идем в воскресенье? А, это мы же пронесли за один день. Мы же закрыли, да. Неожиданно. Он просто решил этот самоутвердиться. А-а-а. Да, мы же закрыли точно. Не-не-не, он уникальный просто. Видимо, из-за этого.